Приветствую всех, заглянувших на наш канал «Современные родители». Рада вас видеть и надеюсь, что вам здесь понравится. Сегодня я расскажу вам об одном из самых полезных изобретений для малышей и их мам – об эрго-рюкзаках. Удобных и безопасных приспособлениях, предназначенных для переноски ребенка в комфортном для него положении в ситуациях, когда хочется обойтись без больших колясок или громоздких переносок. Также эрго-рюкзаки станут незаменимыми приобретениями для тех новорожденных малышей, которые часто проявляют беспокойство вдали от родителей. А вот у мамы на руках крохи сладко спят, хорошо отдыхают и пребывают в замечательном настроении. В сегодняшнем видео я представлю вашему вниманию 5 лучших эрго-рюкзаков и расскажу об их особенностях. Ссылки на каждую модель я оставлю для вас в описании под роликом. Так будет проще найти приглянувшийся эрго-рюкзак. Приятного вам просмотра! И, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. А чтобы не пропускать следующие видео, нажмите на колокольчик. И не стесняйтесь, пишите в комментариях свои истории, связанные с использованием эрго-рюкзаков. Итак, переходим к топу. Cybex MyGo – это качественная и стильная кенгуру-переноска, которую можно использовать с самых первых дней малыша. Благодаря тщательно продуманной конструкции эрго-рюкзака и комфортной расширенной спинке, малыш в течение всего времени прогулки находится в естественной позе, рекомендованной ортопедами для полного снятия нагрузки с тазобедренного сустава и с неокрепшего позвоночника ребенка. Особенностью данной модели является широкое и удобное посадочное место – и регулируемый по высоте подголовник, позволяющий переноске расти вместе с ребенком, даря ему комфорт в течение всего времени использования данной переноски. Рюкзак обеспечивает несколько вариантов ношения ребенка, в том числе на спине и боку, и комплектуется специальными вставками для комфортного размещения крохи. Очень мягкие и крепкие плечевые ремни, а также прочные широкие набедренные лямки помогают родителю правильно распределить вес ребенка и снять нагрузку с плеч мамы, что минимизирует вероятность возникновения в спине неприятных ощущений. Стоит отметить гипоаллергенный и комфортный материал верха рюкзака, изготовленный из 100% натурального хлопка, а также удобный внешний карманчик, в который можно разместить сменные аксессуары для ребенка или несколько детских вещей и предметов одежды, которые могут понадобиться в процессе прогулки. Качественные ткани предотвращают натирание кожи как ребенка, так и его родителей и позволяют с комфортом использовать эрго-рюкзак в любое время года. Чудо-чадо Baby Active Виконт. Это возможность постоянно ощущать малыша на расстоянии небольшого наклона головы, не выпуская из внимания его настроение и интересы, и при этом быть уверенным в том, что ребенок находится в безопасном, комфортном и анатомически правильном положении. Эксклюзивная модель рюкзака от популярного среди россиян производителя подходит для малышей с самых первых дней, ведь в нем предусмотрено 6 возможных положений для размещения ребенка любого возраста, включая горизонтальное положение для новорожденных и положение полулежа, которое подходит для подросших малышей. Также имеются 2 дополнительных положения для переноски ребенка за спиной. Тщательно продуманный эрго-рюкзак не ограничивает свободу передвижения ребенка, но при этом отличается высоким уровнем безопасности, благодаря чему родителям не стоит беспокоиться о том, что непоседливый и активный карапуз вывалится из переноски. Анатомическая конструкция сидушки и спинки снимает нагрузку с неокрепшего позвоночника малыша, а продуманные лямки разгружают спину и шею родителей, перенося основную нагрузку на пояс и ноги. Универсальный крой подходит для любого сезона и позволяет с комфортом пользоваться переноской как дома, так и на прогулке или в поездках. Стоит отметить, что производитель обеспечил возможность легкой и удобной смены положений, сидя на лежа и обратно, которые не требуют внимания ребенка из переноски. Эрго-рюкзак оснащен капюшоном, который защитит малыша от непогоды, ветра и лишних взглядов. А качественная и комфортная ткань легко очищается в стиральной машине на щадящем режиме стирки.
Chico Easy Fit – это мягкая, изящная и комфортная переноска, которая порадует своих владельцев качественными материалами, привлекательным дизайном и интуитивно понятной и удобной регулировкой настроек. Эрго-рюкзак легко надевается по принципу футболки и прекрасно адаптируется к телу обоих пользователей – и малыша, и родителей, учитывая при этом их индивидуальные физиологические особенности. Усиленная большая спинка и широкое эргономичное сиденье хорошо подходят даже для новорожденных, помогая им с легкостью занимать комфортную и эргономичную M-образную позицию, безопасную для тазобедренного сустава ребенка и его спинки. При этом мама с легкостью может изменить положение малыша, повернув его лицом к себе или развернув лицом к миру. Увеличенный подголовник дает возможность удобно и правильно разместить головку малыша, а боковые застежки обеспечивают легкую регулировку размера переноски под потребности подрастающего крохи. Такая модель помогает маме без труда выполнять домашние дела, постоянно находясь в контакте с крохой. Также переноска станет неизменным помощником и в тот период времени, когда малыш только начинает ходить и часто просится на ручки, при этом отказываясь надолго оставаться в манеже или кроватке. Стоит отметить, что при изготовлении модели производитель использовал гипоаллергенную внутреннюю ткань и дышащие материалы, обеспечивающие оптимальную температуру внутри нагрудной сумки. Stock My Carrier Front – это комфортный, удобный и эргономичный рюкзак, предназначенный для ношения самого маленького члена семьи в самой защищенной для малыша позиции и рядом с самыми близкими ему людьми. Эрго-рюкзак имеет множество регулировок, обеспечивающих оптимальную поддержку и комфорт ребенка в течение всего периода использования. При этом малыша можно разместить как лицом ко взрослому, так и лицом к миру. Продуманная широкая сидушка и прочная удерживающая спинка одобрены Международным институтом тазобедренной дисплазии в качестве конструкции, способствующей здоровому и правильному развитию тазобедренных суставов во всех позициях посадки ребенка. Особенностью данной модели является цельновыкроенная X-образная родительская спинка, которая представляет собой непривычные перекрещенные ремни, а напоминает комфортную майку с сужением в средней части, что снижает нагрузку со спины родителей, позволяя использовать переноску в течение более длительного периода времени. Изделие изготовлено из современных, безопасных и функциональных тканей, мягкого гипоаллергенного хлопка и дышащих сетчатых материалов, соответствующих самым строгим европейским стандартам экологической безопасности материалов. Стоит отметить множество вариантов расцветок, среди которых даже самые взыскательные родители наверняка смогут подобрать именно тот вариант, который будет соответствовать их потребностям. Baby Bjorn One Air 3D Mesh. Это по-настоящему стильный эрго-рюкзак премиум качества с обновленными функциями и отличным дизайном, который обеспечит эргономичное ношение ребенка с максимальным комфортом как самого малыша, так и его родителей. Модель разработана при участии педиатров и обеспечивает не только анатомически правильное положение ножек и спинки крохи, но и необходимую поддержку для головы и неокрепшей шеи ребенка. Эрго-рюкзак позволяет носить ребенка как на груди, так и на спине. При этом регулирующие молнии помогают с легкостью подкорректировать положение ножек подрастающего крохи. Стоит отметить удобную возможность регулировки размера и ширины сиденья с учетом потребностей подрастающего малыша, а также широкие и комфортные для родителей поясной и плечевые ремни, которые равномерно распределяют вес ребенка во время ношения, тем самым снижая нагрузку на мышцы спины и шею родителей. Прочная и воздухонепроницаемая внешняя сетка Mesh обеспечивает отличную вентиляцию изделия, препятствуя излишнему запотеванию спинки малыша. При этом она легко очищается и очень быстро сохнет. Модель выпускается в нескольких современных расцветках, оптимально подходящих под любые потребности будущих владельцев. Это был последний эрго-рюкзак в нашем сегодняшнем топе. Ссылку на него, как и на все ранее рассмотренные модели, я оставлю для вас в описании под роликом. Всем заинтересовавшимся удобной и эргономичной переноской желаю только приятных и полезных покупок. Дорогие родители, а вы использовали эрго-рюкзаки, когда ваши дети были совсем крохами? Какие особенности переносок оказались для вас наиболее полезными? Пишите в комментариях, я буду рада вашим рассказам, мнениям и историям.
Я благодарю всех за просмотр и очень надеюсь, что вы уже поставили лайк сегодняшнему видео и не забыли подписаться на наш познавательный канал «Современные родители». Заранее спасибо всем, кто остается с нами. И не пропустите новые видео. Они выйдут уже совсем скоро. Нажмите на колокольчик, и YouTube заранее пришлет вам уведомления. Желаю вам добра, удачи и самых приятных и комфортных прогулок вместе с вашими малышами. До новых встреч на нашем канале. Пока!